В Кремле состоялась церемония вступления в должность избранного президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства принес присягу на верность народу России в присутствии сенаторов, депутатов Госдумы, судей Конституционного суда, членов правительства, глав регионов, участников СВО, представителей общественных организаций и конфессий, деятелей науки и культуры. В торжестве принял участие и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодняшний день является историческим для нашего государства, знаменующим старт нового этапа развития страны. Собравшиеся были едины во мнении, что в ходе выборов президента наши граждане твердо обозначили свое решение. Россияне за сильного лидера, опытного и мудрого политика и настоящего патриота своего отечества Владимира Путина. Владимир Путин, в свою очередь, отметил глубокое понимание российским народом исторических и национальных целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои вековые ценности, свободу и интересы страны и консолидацию российского общества. Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности. От общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу, наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим.